А? Скорее всего, да, это норм. Если не цыплят, не надо. Мама? Да. Ходили с Габри просыта одно. Грация. С сушёнка пива мне всегда кажется каким-то маленьким бокалом. Бира Мэйдия мне всегда кажется маленькой. 0,4. Ну что, Мка, чин-чин? Давай за что-нибудь. За тебя, моя любовь. Спасибо. Хотела за тебя, за классного отца. Всегда, всегда рад. Сказала Чин-Чин, ты подожди, сначала Габрюшечку устроил. Подвинул его, водички налил. Спасибо. Чин-Чин, ребята. Чин-Чин. Ну и по второму кругу. Я снимала у них одно из первых было видео. Устала, Горка? Немного. Волнительно. Да. Дима, хочешь попробовать? А я вот у тебя попробую. Приятного аппетита. Конечно. Горка, ты просила за него, да? Данечка, очень горячая. С какие большие порции, наконец-то, да? Да, давай. Подожди. А, да, пепперончино полезный. Так же, как и чеснок. Кто хочет лазанью, ребята? Сейчас поделюсь. Мунка, бери. Я в кого-то не поделся, Гарби. Надо было раньше. Что? Только Габрюшка смог закончить, да, свое блюдо. Габри, будешь чуть-чуть лазанью? Данечка, ты мог бы не поднимать? Ребята, осторожно, дорога. Даниэль, ну это какой-то мусор. Пойдемте. Я думала, это пластик. А, это замок, кстати. Надо вливать. Ты две рубашки. А ты можешь не улыбаться, я лица не снимаю. Я знаю, я сам себе улыбаюсь. Поскольку я сегодня в неглиже, то наши красивые лица я не снимаю. Можешь улыбаться, Мка, теперь снимаю. Тут хорошее освещение.
А там дети, мама, папа, можете подождать. Ребята, не разбирайте автомат. Сегодня я выйду на 20 минут раньше и отработаю детский автомат. А у нас нет одного по одному ведра, есть два. У меня есть, по-моему. А там принимает? Нет? Ребята, у меня нет, если Егорка только разменяет в ближайшем магазине. Егорка, можешь, пожалуйста, разменять? Сладкое ожидание. Спасибо, мама и папа. Пожалуйста. Да, спасибо. Это такие. Сейчас, пап. Мишка, а ты мама сейчас? А я. Мишка, у вас благодарные дети, да? Ребята, вы большие молодцы. Ребята, поблагодарите Егорку, который пошел менять монетку. А, они сами. Они умеют. Ребята, вы сказали спасибо. По одной монетке. Я пока. Давай. Вот так и разоряют родителей. Да, я сделаю. Не ты сильно, чтобы две. О, смотрите, вот он же упал. Чего? Это шутка? Это крути сильно вывало. Конечно. Все вы тут помогли. Габриэль, это что-то надувное или это игрушка? Нет, это игрушка. Это игрушка. Знаешь, спасибо, Егорка, да? Спасибо, Егорка. Спасибо, Егорка. Надо. Покажешь, Габрусик? Ой, хорошенькие какие. Ой, да. Папа, смотри, какие хорошенькие. Действительно, тюленчик. Можно мне тоже такую? Классно. Все классные вообще, да? Но мне и показалось, что они будут хорошие. Тебе нужна помощь, Дани? Габриэль. Дани. Дани. Давай покажу. Тюленчик, дай ко мне тюленчик. Ребята, майки ваши стирку, пожалуйста. Мне тоже тюленчик, тоже тюленчик. Аллилуйя, папа, нам повезло, у них одинаковые. А это не которые в воде, они весь становятся гигантскими. Егорка, может, тебе тоже купить? Ты прям у них вырываешь. Дань. Мама, смотри, сейчас у нас еще такие. Они прям классные. Но мне кажется, они одинаковые все, нет? Можно? Нет, смотри, я подумаю, это коллекция, мама. О, боже, папа, это коллекция, их тут 12 можно, штук. Можно, мама? Сейчас. Я подумаю. Пожалуйста, ребят. Нет, только двух нет. Как мы вкусно поели, правда? Прям удовольствие. Если бы у тебя бы, то я бы хотела, да? Я знаю, это шашки, да? И я, ну, вот.